Известный в республике кинорежиссер Владимир Синяев представил на суд зрителей новый фильм – комедию «Лесом». Картина о том, как молодые люди решили уйти в лес и искать сокровища, которые закопал в свое время Емельян Пугачев. Работа над фильмом началась год назад. В марте писался сценарий, а непосредственно съемки проходили в июле в селе Порецком, Шадрихе, Алатыре, Шумерле и в Чебоксарах. Группа из 7 молодых людей разных интересов и характеров отправляется в лес искать легендарные сокровища. В ходе этой авантюры с героями фильма происходят захватывающие приключения, и в конечном итоге они приобретают другие сокровища, более ценные для каждого. Все эти герои, они совершенно разными характерами, и на этом фоне формируется комедия. Там у нас есть авантюристка, которая затеяла весь этот поход. Это она придумала, что там действительно в лесе около деревни Шадрихи закапан клад, и то, что выложила пост, то есть в социальные сети, и группа к ней присоединилась. Хотелось, чтобы молодые люди больше отходили от гаджетов, от телефонов и выбирались больше на природу, были ближе к природе, в общем. Вот, потому что там можно больше богатства привести, больше энергии получать, чем ту, которую мы расходуем на ненужные вещи.